What is happiness for you? В процессе практической работы есть такие простые незамысловатые наработки, которые я вот придумал, и не нужно будет изобретать велосипед, а можно будет просто сделать то же самое, что сейчас вы увидите. Итак, как вот предыдущей публикации, когда у нас будет раствор питательной среды, нам нужно будет его фильтровать. Для грубой фильтрации мы будем использовать обыкновенное сито, которое нам позволит отделить зерновой материал и опилки от жидкого составляющего. А в дальнейшем нам нужно будет произвести целую систему последовательных фильтраций для того, чтобы отделить максимально частички, которые у нас будут находиться в растворе. И вот сейчас покажу способ простейшей фильтрации или простейшего фильтра для вот такой манипуляции. Итак, самую грубую фильтрацию в дальнейшем мы делаем следующим образом. Вот мы делаем вот такой очень грубый фильтр. Марля в два складывается. Потом делается вот такой вот фильтр. Помещаем его в лейку. И у нас выходит вот такой элементарный фильтр, который мы помещаем в емкость. И в дальнейшем можем производить фильтрацию, первичную фильтрацию этого раствора. В дальнейшем мы производим ту же манипуляцию множество раз, этот фильтр мы выбрасываем, и по мере того, насколько у нас будет очищаться, количество марли, которую мы будем использовать для этого мероприятия, мы будем ее постоянно увеличивать до той возможности, когда у нас через эту марлю будет проходить только жидкий раствор, а все частички останутся на марле. Вот таким вот простым способом мы можем произвести каскад фильтраций для того, чтобы отделить жидкий раствор от ненужных нам частичек в растворе.